Ну что, ребят, всем здравствуйте, здравствуйте, приветствую, мы продолжаем проходить с вами метро Last Light, собственно, да? Ну, прошлый раз мы с вами начали проходить, и, честно сказать, как-то видос не залетел. Ну, в принципе, да, что-то YouTube душит канал, поэтому так вот. Поэтому будем разбираться. Вот, это продолжение метро 2033. Продолжение метро 2033 Redux, собственно, с вами уже прошли, ее ссылка в описании находится, да, как всегда, блядь, в описании находится ссылочка, да, на плейлист, собственно, с полным прохождением данной игры, да, с полным прохождением метро 2033 Redux, и интересно, чем удивит эта игра, да. Что будет тут по сюжету, грубо говоря. Поэтому, Саш, подумай, надевайте билетик, взять проплять аппетит, кушать, начепить, купить или пить авто при просмотре. Мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Блин, ну... Да уж, враг моего врага называется. Господин штурмбанфюрер, свежие поступления. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейк. Чего? Я не помню этого, блядь. Что нахуй? Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. Не помню, что мы сюда, до сюда заходили. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный. А, может, нормальный. Ладно. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчит! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, бля, ты пауки, не человек, урод! Это произвол! Да стой ты спокойно! Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю, ты мутант! Нет, нет, пожалуйста! Ебать, ты что, ебанутый? Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси, фашист недоделанный. Считаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствуй, товарищ Москвин! Три. Не надо, я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Чё ты хочешь, ёпта? Чего она? Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори или получишь пулю. Бери офицера. Ах ты! На нахуй. Бать, красиво ты сделал, красиво. Все, блядь, отсосал нахуй сразу же моментом, блядь. Все, блядь. Блядь. Нож оставь себе. Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной линии. О. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Конечно. Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Так, нихуя, а блядь, что откуда? Они там говорили про мусоропровод? Откуда у тебя автомат? А дай мне что-нибудь, ебаный в рот, блядь. Эй, блядь, мужик. Я ебу, что они говорили про мусоропровод, ебаный. Отдай мне что-нибудь. Мы ничего нахуй нету, блядь. Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Давай, блядь. Давай, давай, лезь, я не могу туда плечь. Ай, мать твою, сараза. Ой, ебаный, блядь. Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Охуенно, блин, осуждаем такое. О, ну, ты же понимаешь, что они едет, дальше двинем.
Ты же понимаешь, что они отсосут, да, мужик? Ну ты понимаешь, да, этого? Двинули! Ё-моё! Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы... Да... Вон там, лаз на той стороне! Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Да, да, да. Так, 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 так. Двинули! Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Поехали. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, ну-ка, решетка. Так, осуждаем такое, осуждаем полностью. Хрена с два, видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади. А, подожди, ёбану, блядь. Сейчас, нахуй, я, блядь, случайно, видишь, поторопился, блядь, извини, пожалуйста, сейчас. Ну чего ты? Надо спешить, подсади! Ну все, бля, ББ нахуй. Давай наверх! А, вот, души, блядь. Пожалуйста, я же... Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Сюда, да, сюда. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять не экономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего, кроме... За мной! Ну, мужик, я не видел нихуя, ну ладно. Да. А, у меня же... Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Делаем так. Всегда. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Форштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. А что же делать? Пожалуйста, пожалуйста, я электрик. Вот отлично. Смотри, смотри. Ох, молодец, даже не вякнул, гад. Интересно. Слушай, эй, слышишь меня? Там рычаг, он лестницу отпускает. Угу. Перебей их столько, сколько сможешь. Не получится. Нам всем все равно, конец. Не, мужики, не отчаивайтесь. Выкрути лампочку! Погоди-ка. Слышал? Что? Нет. Ничего показалось. Ай! Нет! Не надо! Не надо! Ай! Ты на себя посмотри, тварь! Голову от жопы не отличи! А все туда! Попортить! Этот электрик там на пульте доиграется, что зэков нам всех... Пожрать! Дайте хоть чего! Пожрать. Кормить тебя еще. Что? Угу. Слышь, парень, открой замки. В караулке пульт. В караулке. Ща, мужики. Где? Так мы где пульт? Где пульт? Чё задумался? Начал хорошо. Давай теперь дальше, в том же духе. А где пульт-то, мужики? Ладно, погнали дальше. Может, там дальше судим. Что значит, ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это же трибунал за сочувствие уродам. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что? Заплатил? А то, ты этот, послушай, я готов поделиться. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш, бля, осуждаем такое, осуждаем.
Опа. Мертвый ботанический сад всегда был гиблым, безлюдным местом. Сталкеры начали обходить его задолго до того, как черные построили там свой улей. Или город. Во всем мире только я один. И хотел попасть в ботанический сад по своей воле. Но теперь там оказались сталкеры Рейха. Эти поборники расовой чистоты почти никогда не вылазят за пределы своих станций в центре Москвы. Что они забыли на дымящихся руинах ботанического? И почему оно не выручило меня? Дочь Мельника ни за что не бросила бы товарища в беде. Что если они тоже схватили ее? Она грубиянка и пацанка, и я ей, кажется, совсем не нравлюсь. Но я беспокоюсь за нее. Он сюда идет? Нет. А? Что? Ну ты даешь, парень! Как ты его? Скорые негады в этой клетке окажутся. Тише! Еще раз мерки уже стучат. Услышат и все! Глотай газ! Осторожно, двери закрываются. Ну что там? Жаль, мы не увидим. Ничего, конечно. Добрался? Герой! Теперь надо... Прячемся! Дай момент. Вот, так лучше. Ну как? Как так? Да не слышно никогда. Ты кто такой? Да он это! Мимо проходил! Уже уходит! Давай, в шлюз, живо! Выпустите нас! Там наверху порт. Можно? Там можно что? Внутренний блок прошли. Теперь самое веселье будет. О, держи. Наконец-то, от души. Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя видно. Удобно. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Гранату бы. Ну ничего, прорвемся. Ну, поскакали. Ты иди низом, а я сверху. Прикрою, если что. Даже свой, блядь, испугался нас. Так, здесь ничего такого нету, собственно. Да, без подсказок, как бы чуть сложно найти играть сейчас. Ой, бать, мальчик. Да нету там на стеллажах ничего. Глаза
красавчик сделал. Они тут все соберутся, и охрана вся. У нас на линии в этом плане то же самое. Заканчивай экскурсию. Надо идти, пока шабаш их не закончился. Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага – мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Глава называется Райх. Райх. Ну что, сюда. Ты молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. Рейнджеры, блядь. За мной, не останавливайся! Охрана, дорога! Эй, удача улыбнулась нам! Обсуждаем. Обнаружила настоящее Эльдорадо! Легендарный подземный комплекс D6! Грандиозные склады, которые ломятся от еды, лекарств и оружия. Там хватит консервов, чтобы Рейх был сыт 100 лет. Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных. Господин штурмфюрер! Что там еще? Побег! Двое черных перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Найти немедленно! Ничего! Как скорее! Хватайте этих свиней! Сюда! Лови их! Артём! Ну, динамично, кстати, красиво сделано динамично. Прикольно. Реально красиво, динамично сделано. О, слоумо, нихуя себе тут! Патрон, блядь. Чистый уход. Нихуя себе. Нам удалось невозможное. Теперь моя задача предупредить орден, что черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб ордена. Павел покажет дорогу. Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем, больше некуда. Ты как там, живой вообще? Молодцом, Роник вещь.
Черт, тупик! А ну, держись! Ну все, приехали. Делать нечего, дальше на своих двоих. Айда за мной. Мужик, у меня патронов вообще нет нихуя, если честно. Так. Ну так тебя, знаешь. Что за туннель? Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее, рейк все же. О, труба! Артем, давай сюда! Опа! Так, ты подожди, а я гляну, что там. Черт! Эй, что за... Шпион, хватайте его! Ты смотри, как ты патрон, патрон, патрон. А ну, мужики, тащи его на пост. Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост. Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Принято. Проверяем. Черт знает, что творится. Одного взяли. А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкотно. Секунду. А надо. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будем. Что у тебя? Знаешь, давай до тупика пройдемся. Пока мы грабим. Добрый вечер, блядь. Дошлись до тупика? Нормально все? Охуенно, а у него что-то оружие? Бля, ну не, ладно, я снайп лучше возьму, пизда. У меня нет патрона, ёбаный в рот, бля. Тихо, тихо, не там видно. Поставки опять пошли. Полгода. Не было, аж соскучился. А что, победили они? Этих черных. Ну, само собой. Те же вроде.
вроде вообще не люди были. Твари какие-то, не? Уроды как есть. Кожа черная, причандалов нет вообще. Хрен знает, как размножаются. Глазищи без белков. А еще, говорят, как эта тварь тебя увидит, в глаза посмотрит... Эй, пацаны! И капут. Колян, Серега, вы где там? Брик, кто идет? Ну и правильно их. Мы не таких тут. Вон, Мишка на белорусской повадил там бордель. И втрескался там в какую-то стыку. Стал не взрывать про жизнь в реке, что хочет жениться. Главное, чтобы давала бесплатно. Труп! Кому тревога, кому реки напали! Готов! Красные атакуют! Ну ничего. Несем потери! Пустой! Сожги! Бля, еще подсказки не показываются. Почему, блядь? Подожди, а почему у нас с тобой вообще пизда, что ли, блядь? У нас-то вообще пизда, что ли, это, блядь? Ну... Как он называется-то? Сложность-то у нас-то вообще ебанутая или что, бля, не пойму нахуй. Блять, ясно. Где оружие твое, ебаный рот? Мужик. Пизда, ребят. Вообще патрон, прикинь, нету. Дай это оружие мне. Понял.
Спокойно. Чё понять, где он, блядь? Пизда, ребят. Вообще, ну типа патрон, чтобы вы понимали, вообще ноль. Найду. Точно найду. Нету. А тут? Долбоёб, выйди, блядь. На, блядь. Прижал? Все хорошо. Хоть патрики появились. Бля, ну это было жестко, ребят. Здесь типа либо так, либо хуй. Я не знаю, здесь можно как-то, может, по стелсу. Я посмотрю, можно, может, можно здесь реально было по стелсу как-то. Может, можно было. Ну да, можно было здесь окоп, лоб пройти. Да. Можно было здесь, ребят, по стелсу. Но вы знаете, да, что кто проходит по стелсу, тот, как говорится, да, молодец. Но у меня, собственно, по стелсу проходить не получается, к сожалению, да. Вот, ну как, получается, но я просто что-то не врубился с самого начала, как тут можно пройти, поэтому... Я думал, что здесь тупик, блин, я такой, бля, ну ладно, и видите, все сделал. Ну прошел, ну все, бля, какие вопросы, вопрос, бля. Так, тебе надо, главное, теперь найти патронов. Блядь, патронов вообще нет. Подсказок, я не помню. Мы с вами что, прям очень жесткую сложность поставили, что подсказок даже не будет? Опа, ебаный, блядь. Насрал. Ебать его в рот, бля. Ты посмотри, дядя, ебаный. О, сюда, патрики. Так. Ребята, я к вам. Собственно. А здесь никого. Здесь, собственно, и никого нету. Скажу я вам так. Это что? Это нельзя взять? Нет, нельзя, ну ладно. Так, давай-ка мы с тобой здесь просмотрим сейчас. Быстренько здесь, ну, нет ничего, никаких патронов. Ребят, вы скажете, а, блин, ты что тут ходишь? Типа все равно вообще, че шо, я не пойму, блять. Мужик, тебе похуй или что, блять? Бан. Ну давай, высунись. Ух, ебать, тихо, мать. Так, где мое то оружие, блядь? Что-то оно... Хотя... Оно что-то вообще никакое, да? Давай лучше вот автоматик возьмем с тобой, но хоть полезнее будет, знаешь ли. А, аптек тоже нет, ну, заебись еще. Заебись. Натуре... Натуре класс, натуре четко, натуре. Ну, попробуем хоть его, блин. Нет, давай лучше вот один, у меня дробаш есть, все, и автомат возьмем. Потому что в таких ситуациях, ребят, лучше автомат, знаете, брать с собой. Так, здесь, в принципе, у них больше... Ну все, погнали тогда дальше. Погнали дальше тогда, что? О чем тут разговаривать-то? Говорится, что сиськи мять-то, да? Что сиськи мять? Нам в любом случае здесь, да, с тобой идти получается, да, получается нам... Блин, ну прикольно, кстати, видели сцену? Динамично сделано очень. И как?
А, 4 аптеки, значит, все. Подсказывает то, что это непривычно. Ну ладно. Попробуем так. Попробуем с тобой так. Сдаюсь! Не стреляй, я сдаюсь! Я сдаюсь, не стреляй! Тихо, 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 мужик, не ори. Все понимаю. А? Ну так сделаем, мужик. Оглушим его, зачем? Проворачивать будет еще. Заметка 1. Истошенные крики фюрера. Фюрера. Много прояснили, и нападение на наши патрули, взятие его в плен, существование Д6 уже давно не тайна, и на метро действительно надвигается новое. Осуждаем. Собственно, опа, добрый вечер. Так, это мы с тобой, оп. А, вот уже. Опа. Так, хорошо, понятно, куда мы сейчас пойдем. Опа. Так. Что такое сейчас было? Да, фу, пауки, блядь. Фу, блядь, фу. Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Блин, Артёмыч, я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол, это за мной. За мной идут. На вешалку. Давай, брат, не подведи. На тебя вся надежда. На выход, крыса краснопузая. Осуждаем, блядь, осуждаем. Ну чё, погнали. Нихуя, блядь. Ну давай, скажи. Осуждаем. Осуждаем, ты чё, долбоёб, блядь? Ты в КС-ку перевёл или что, блядь? Нет. 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 Вроде шевелится там. И звуки какие-то. Хотя... Моя мать! Померечишь. Шлю. Ха. Вот. Что и требовалось доказать. Раз она шлюха. Ой, я вижу. Какие люди? Неужели оставил свой сундук? Ну как, Адольф? И ты еще только вякнешь, что ли, из моих детей. Хрена лысого тут закончишь. А я говорил, нечего вас лишнего было в концлагерь отправлять. От него хоть польза тут была. Мало ли что. Убить! Комуняки близко! А? Ну-ка. Где? Вроде со слухом. Ну у где меня эта порядок. Свинья зарылась? Были же шаги. Ну что, пошли искать комиссар? Может, и не комиссар? А кто? Черный обходчик. Черный обходчик. Не, это точно красный.
Как же он не мутант, если коммуняка? Если не мутант, будешь жить. Ну, пошли зарабатывать новые нашивки. Кого? Да ну, раз сюда добрался, значит, непростой. Так что аккуратно. Ладно, аккуратно. У меня чисто. Да чего там с ними? На мосту было чего. Тут чисто. А тут никого. Так кто на мосту? А тут-то. Ну, прячется хорошо. Тут пусто. Да, похоже, правда непростой. Ну что? Да, боты все сломались, блядь. Нас не спрячешься. Ушел. Нету. Собака точно ушел. Ищем. 3-4, да, здесь. Бан. Нашего убил. Теряем солдат. Бан. Перезарядка. Бан. Серьезно, мальчик. Никто не потерял. Блять, серьезно. Нашего подстрелили. Ну хорошо. Давай. На нахуй. Вроде все. Ну, даже больше было, чем 4, ну ладно. Так, а где эти, собственно? Вы эти где? Ну, ножнички вот эти. Только 2 у меня. Ну как сколько патронов охуенно, да? Как хорошо. О, еще гранаты есть. Это хорошо. Так, ладно. Здесь ничего. Теперь можем видеть, что вы прогуляли. О, лифт. Вот куда мне нужно было, да? Я так понимаю, понимаю. Наверное. Ну да, здесь, видите, можно было по стелсу пройти так, но... Внимание, проверка постов. Ферма, есть кто живой? Да. Есть. Ебать, здесь лута дают, смотри, сколько. О, нихуя. Это в этом? Это папка, что ли? Что, где-то папка? Ай, бля, папка. Хуябка, блядь. Папка, нахуй. Так, хорошо. Сюда? Нам либо вот сюда с тобой. Подожди, а там что? И дверь. Угу. Погнали, ладно, хули. Ой, бля. Внимание, режим повышенной готовности. Посторонние на объекте еще не пойманы. Сохраняйте бдительность. По подозрительным лицам огонь на поражение. Смена караула через полчаса. Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Хоть бы давай. Мой ствол у меня в штанах.
А твой в борделе остался. Вот он тебе поможет. Ствол этот, когда красный за жопу возьмут. Юморист, мать твою. Не, даже у меня нет ночного видения, бля. Вот хуево, блядь, на самом деле. Да. Проигрался я. Как вернемся, даже выпить не на что будет. Правда, зато у меня дубатки патроны бывают. Хорошо. Опять вырубило. Что со светом сегодня? Глянь в курилке, а? А я пока кнопки тут понажимаю. Ой, пизда здесь, ребят, сейчас будет. Пошла, родная. У нас потери. Пошли искать комиссарчика, но пошли, только может тебе комиссарчик это. Как? Это все черные отходчики? Эй, коммуняка, сдавайся, если не мутант, будешь жить. Ух, ебать их там, смотри. Лови, мужик. Где, бля. Ясно? Видит его кто? Я не
Эй, урод красный, выходи! Тогда не больно убьет! Ничего, найдется. У меня на мутантов чутье. Ушел, собака. Точно ушел. Вперед! Врага найти и уничтожить! Эй, коммуняка! Выходи, урод! Ну вот, выходи! Посмотрим на тебя, урода! А чего вы орете? Тут искать надо! Ничего, попадется! Да, никуда не денется! Видите его кто? Ну, коммуняка, ты допрыгал! Твое. Лови, блядь. Чего нахуй? Тебе похуй или что, блядь? Пиздец здесь, ребят. Я в ахуе, честно. Я, честно, орирую, блядь. Здесь можно было, видите, поставился пройти вообще как нахуй. Да, только если бы двери открывались... Можно было пройти бы, заебись. А вот бы сейчас будет охуенно подстава, да, сейчас от игры, если я сейчас пройду дальше. Там сейчас они еще появятся, вот будет заебись. А, вот здесь, смотри, можно было пройти. Вот так по подвалам можно было пройти, понял? Здесь можно было пройти, короче. Ладно. Ой, бля, нихуя себе. Я испугался, мужик, извини. Извини, пожалуйста, не хотел. Я не хотел, извини, пожалуйста. Опа. О, заметка 1. Лагерь. А, метро почти никогда не знало мирной жизни. Единая система управления станцией просуществовала всего несколько лет. Все развалилось, само собой, когда стало ясно, что мира больше нет. Что слухи о том, что президент и правительство не погибли, а бежали куда-то за Урал, это просто слухи. Что Россия никогда не возродится из пепла, что... Осуждаю, блядь. С тех пор каждый сам был сам за себя. Станции превратились в города-государства, и вчерашние соседи стали непримиримыми врагами. Чтобы выжить в метро, надо бороться за еду, за воду, за воздух, за каждый квадратный метр, пригодный для обитания Земли. Из 200 тысяч спасшихся в метро в судный день... Сегодня жива лишь четверть. Ганза, Красная Линия и Рейх разрослись, потому что были сильнее и дрались отчаяннее других. Но никогда за эти кровавые 20 лет не было, чтобы воевало все в метро сразу. Что если наш крошечный подземный мир ждет под новое... Что если наш крошечный подземный мир ждет новое, последнее? Осуждаю. Осуждаем такое! Осуждаем, блядь. Не поддерживаем, блядь. Скажет, почему? А ибо нехуй, блядь. Не надо оно, знаете, блядь. Опа, 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 подожди-ка.
Заебись. Все, теперь можем идти. Ползем, вот так вот, ребята. Я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к полюсу. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Ну что, это такая серия была, в принципе, все, думаю, надо заканчивать, потому что серия так длинная, да. Интересно, довольно-таки интересно. Посмотрим, что будет в следующей серии. Спасибо за просмотр вам огромное, наверное, спасибо. В принципе, все, увидимся в следующих сериях. Давайте.